Привет, меня зовут Николай Лем, и сегодня я хочу вам рассказать о приборе от фирмы «Elysia». Это стереофонический сатуратор класса А, полностью сделан на дискретных элементах. Этот прибор создан для того, чтобы придать вашему миксу или отдельным инструментам новых красок, новых цветов. Не зря у меня здесь стоит внизу дат-магнитофон. Индикатор, который будет показывать и помогать мне в обзоре. Сейчас весь звук идет в байпас. Включаем прибор. Смотря на индикатор, я вижу, насколько срезались пики. И слышу, насколько стал плотнее звук. Регулятором гейн я могу сделать микс намного громче. РМС стал намного выше. Звук стал намного плотнее. Этот режим прибора идеально подходит для микса. Особенно с инструментами электрон и техномузыка. Но если мы хотим больше красок, есть специальная кнопка Fetch Red. Этот режим добавляет вдохновленного лампой, как говорит производитель, перегруза. Вы можете дать больше жара в ваш микс, сделать его более брутальным. Или полностью его перегрузить. Регулятор Color меняет оттенки этого искажения. И этого недостаточно. Есть кнопка Turbo Boost. Этот режим позволяет полностью изменить ваш звук до неузнаваемости. Режим, когда правая сторона регуляторов начинает работать в режиме mid-side. Она обрабатывает стереосоставляющие сигнала, а левая сторона обрабатывает моносоставляющие сигналы. Тем самым, например, бочка или бас, который находится у нас в центре, мы можем обрабатывать отдельно с большим драйвом, а, например, те звуки, которые находятся у нас в стереопанораме, мы можем не затрагивать, или наоборот, это дело вкуса. Звучать это может так. Включаем режим mid-side. Очень плотный звук. При этом общая громкость микса может быть очень высокой. РМС может быть аж минус 3 дБ. Это, как вы понимаете, очень громкий звук. Thank you.
Этот прибор мне понравился тем, что я могу обрабатывать весь микс целиком, применять его в мастеринге, в домашней работе, когда мне нужно добавить всего лишь немножко плотности, громкости моему миксу. Он это дает. Если же я на лайве, мне нужен прибор, когда я хочу на концерте дать жару, дать еще больше грязи, драйва, этот прибор это обеспечивает. В студийной работе, опять же, уникальная вещь этого прибора в том, что он может работать в режиме mid-side, то есть, как я упоминал, может стереосоставляющие и моносоставляющие сигнала обрабатывать раздельно. При этом этот прибор сделан очень классно, очень добротно. Собран он в Германии. Любой звук, который проходит через этот инструмент, будь то синтезаторы, электрон, будь это какой-то любой другой инструмент, пусть самым даже недорогим саундом, он становится более красочным, более интересным. С чистым сердцем я могу рекомендовать этот инструмент к ознакомлению. Спасибо. Всего доброго.